славянскія народы гэта, гэта такая палітычная метафара, якую выкарыстоўвалі ў расійскай імперыі, потым у савецкім саюзе па адной зразумелай задачы, да, як бы калі трэба было кагосьці захапіць, гэта народ называлі братэрскім і ішлі яго як бы вызваляць. Вось, і гэта штука датычыцца не толькі там беларусаў, украінцаў, у 19 стагоддзі раптам братэрскімі сталі балгары, чэхі, сербы, вось калі трэба было кудысьці ісці з паходам, о, дык яны ж браты славяне. А ў 20 стагоддзі, калі як бы, ну, Савецкі Саюз вот гэта стаў вялікі, з'явіліся вот гэтыя народы азіяцкія, ну, не з'явіліся, а там самавызначыліся. То братамі сталі ўсе 15 савецкіх рэспублік, бо іх ж трэба ўтрымліваць у сваёй сферы ўплыву. Таму гэта такі для такі палітычны міф, метафара, якую рускія выкарыстоўвалі ў прамым прызначэнні. А чаму толькі рускія? Вось бярэм наш гімн. Мы беларусы з братнёю Руссю. То можа мы іх захапіць хацелі? Цікава падыходзіць да гэтай справы. Слухайце, ну ён там пасля разносся, ён, ну, гэты міф, ён ж не з ніадкуль узнік, так? Як бы у Савецкім Саюзе былі братэрскія народы, а ідэя братэрскіх народаў вырасла з такой штукі, якая называлася «Тры адзіны рускі народ». Да? Ну, вось, у Расійскай імперіі была эта штука, што ёсць вось «Тры адзіны рускі народ», «Велікарусы», маларусы і беларусы. Вось. Просто ў савецкія часы это нельга было этым карыстацца, то паднялі на шчыт вот эту назву братэрскі. А вот этот трыадзіны рускі народ вырас з вельмі старога міфа славянскага, які, дарэчы, недзе можа ў ВКЛ нарадзіўся, а можа ў Польшчы, ну, польскія храністы пра яго пішуць, пра існаванне трох братоў, там, кагосьці з яшчэ біблейскіх часоў, Чэха, Леха і Руса. Вот тры браты прыйшлі, славяне, і вот яны там зрабілі Чэхію, Ляхію, Польшчу і Русь. Вось. І ідэю, дарэчы, трыадзінага рускага народа, як не дзіўна, раскруцілі украінскія манахі, ну, нашы манахі там з Вялікага княства Літоўскага, з Рэчы Паспалітай, якіх Расія сабе забрала пасля паўстання Богдана Хмельніцкага, вот калі Кіеў яны сабе забралі. Гэты украінскія манахі паехалі ў Маскву, ну, все ж у цэнтр цягнуцца, і пачалі там прасоўваць вот эту ідэю, што вот мы такія все тры адзіны. То есть, як бы, там цэлую кніжку можна напісаць пра гэты генезіс гэтай з'явы тры адзінства, але вот рускія зрабілі з гэтага такую просто вельмі зручную для сябе канцэпцыю, па якой можна каго-небудзь захапіць. Інтересна, скажы, а в мире есть еще где-нибудь падобнае явленне? Ёсць, напрыклад, мы ведь там пачатку 20-го стагоддзі немцы аўстрыйцаў называлі братэрскім народам. А то есть такія штукі з'яўляюцца, калі ў нар... ну, мне падаецца, я не даследаваў гэта ніколі спецыяльна, але так чыста лагічна, калі ў народаў ёсць нешта падобнае ў культуры, ну там мова блізкая, там нешта яшчэ і ёсць некі супольны палітычны інтарэс, так? Ці прынамсі інтарэс адной з дзяржаў, якой важна, каб іншы падзялялі гэта супольны палітычны інтарэс, то яно, о, так мы ж браты. Вось, яно тады адразу выскоквае, я думаю, што гэта не адзіны прыклад. Ну, я ведаю пра немцаў, але напэўна, дзесьці яшчэ такое было. Слушайте, а вот, ну вот, русские, украинцы, а рядом с нами латыши, литовцы, да, прибалты, поляки. Если так, ну, грубо, грубыми мазками, кто все-таки нам, нам писали в комментариях, что братские народы наши, на самом речь, это литовцы и поляки. Угу. А вы что скажете по этому? Ну, глядите, еще раз, это идея братских народов, это политичная штуковина. То есть ее треба захотеть раскрутить, и тогда она будет жить. Вось русским было выгодно раскручивать троядийный русский народ. Тому мы, после братерски, мы зараз про это и говорим. И навод, я бы еще не скоро от его сможем и дости. А коли была Речь Посполитая, наши народы, там, литвинские и польские были братерскими, можно поднять документы, и куча этого было, что вот мы браты. Таму мы спакойна можам, калі з'явіцца палітычная патрэба, можам выцягнуць гэтыя старыя дакументы і падняць іх на шчыт, калі нам будзе гэта гарэць, будзе трэба, і пачаць казаць, што там Польшча нам браты. Вось, бо гістарычных прыкладаў хапае. З літоўцамі складаней, бо ў нас няма такіх старых дакументаў, але з літоўцамі прасцей у тым сэнсе, што гэта якраз той самы брацкі нам народ, калі браць гістарычна. Мы з імі тысячу год будуем дзяржаву, там ВКЛ, пасля разам былі ў Расійскай імперыі, гэта
наши браты, які тисячу, от як прийшли славяні до Балтів сюди у 6 столітті нашої ери, півтори тисячі год ми якби ми братерствуємо. Ось просто чомусь ці гэта нікому там не так важно розкручувати. Ну і тяжей вони на зовсім іншій мові говорять. Ось тому там тяжей. От тому гэта якби було б жаданне. Короче, давайте просто еще раз зафиксируем, что братские народы это в принципе политический миф. То есть такого, как такового явления не существует. Ну не существует. А, скажите, а правда ли, что белорусы чаще воевали с русскими, чем были с ними там на одной стороне? Ну, так отрымливается, да. Потому что мы, когда, например, не берем период Руси стародавней, ну, потом все помеж собой воевали, то мы 500 годов жили в Великом князьстве Литовском. Так? И за это все 500 годов Московія хотіла отцапати собі щось у Великому князі Литовському. Тоді, якщо навіть не маючи цей міф про братерство, вона просто все хотіла отцапати, щоб бачити. Ось. І ну, за 500 років у нас накопився величезний об'єм війну. Так? Бо ми зараз, під Росією ми жили 200, а до цього 500 років воювали з Росією. Ніде союзничали, всяке було, але частіше воювали. Ну і наступні 200 років ми типа, з Росією не воювали, але просто тому, що були її захоплені. Тому це так само не лічиться. Тому отримується, да, у нас величезний багаж воїнів і примусу з боку Росії, так. Інтересно. При гэтым, можна я додам, при гэтым дзівная штука отримується, що Росія захопила Білорусь і Україну, а мать то знищила тут ще якби народи, ну і все одно чомусь важна вот эта триединость русского народа. Було важно в Російській імперії, в Совєтському Союзі, тепер, що вот эти три народи, я не раз, починаю нищить білорусів і українців, культурно, а українцю не тільки культурно, але все одно і чомусь важливо заховувати цю ідею триединості. Я думаю, тому що русським же надо, щоб їх любили. Ось. А їх же ніхто не любить. І я не називаю чехів братськими народами, все одно розумію, що їх не вельми любить. Їх єдина надія, що їх хоч хтось любить, це от опошнє, що ну, от це ближайше славяне. Тому це нейка, мені здається, така іголка кащея для русских, вот эта вот идея братской любви. Ну, Путин чому войну почал в Украине? Что его в Украине не любят? За вот этих вот стадионов, где кричали Путин, ну, ведаете, да, вот эта песенка. Вот. И, ну, для них это вельми мощная психологическая травма, схованная вот в этой идее братскости, я так думаю. Тимофей, на вашу думку, ці много поколений белорусов спотребится для того, каб гэты міф про братерские народы нам развеять? Слухайте, коли мы кажем про вот этот советский романтичный миф, вот этот триединых братских народов, то он уже все, пошел на сметницу истории, ну, про какие братерские народы можем сказать, это, ну, несерьезно абсолютно, все, нема этого. Коли мы кажем, в принципе, про концепцию братских народов, то она будет возникать, когда это будет треба. Она перманентная, и она будет вертаться до нас. Ну, глядите, якби трох братських народів уже нема, все, розбеглися. Ось. При гэтым там рускі все ще сподіваються, що білоруси їм брати. Так? От є що їх сподівається, хоч хто-небудь залишився, хоч хто-небудь із близьких родственників. Ось. Українці періодично нам викидують ідею, що ну, чого ж ви брати, нам не брати. Так? Якби, ну, хоча є ті, хто кажуть, брати все-таки, ну, вспоминаючи тих, хто допомагає Україні. Ось. Білорусам ну, глядите, часто белорусов важно, как бы их братами заставались русские. Я их не разумею, но вот есть такие вот белорусы, мы шведы, и немало. Нам, давайте погодимся, что нам, белорусам, с правильной позицией, все-таки было бы вельми приемно, как одной там президент Зеленский вышел и сказал, что вот белорусы нам браты. Вот погодитесь, да, нам бы это было, как бы, напомню, важно зараз. Вось, то это же эмоциональная вельми штука. Вось, мы все разумеем, у 2022 годзе мы все зразумелі, што мы все самі па сабе, што мы тры народы, якія жыве, змагаюцца за сябе, што ну, свая там кашуля бліжэй да цела, што мы адны ў гэтым змаганні, што за сваю суб'ектнасць мы самі будзем біцца, і нам дапамогуць толькі калі это будзе карысна іншым, да, то есть кожны свае інтарэсы, але ў той жа час эмацыйна все одно гэта штука пра братскасць будзе ўзнікаць. Вось, у дачыненні да палякаў, літоўцаў, украінцаў. Тому, напевно, ось так. Романтичний міф советський, він зник, але сама ідея братськості буде возникати. Ми ж розуміємо, що нам потрібні союзники білорусів. Так, ми там одні і не справимося. І тому, коли буде політична воля, ми все одно, нам буде захотіться назвати якийсь народ братським.
Тому вот напевно так. Такие ну, вот... Такое братерство больше сябровство крепкое. Ну знаешь... да, нет, это ведется про эмоции. То есть, когда есть супольное культурное поле и есть некая выгода политическая, то слово братерство, оно все равно будет возникать. Ну, я думаю, никуда от него не денешься. Ну, то есть это глубоко, это укоренено, и поэтому с этим еще предстоит, не знаю, жить и бороться. Вот прежде чем перейдем к следующему вопросу, я хотел бы немножко уточнить. Мы говорим русские, русские. А что это такое? Ну, зараз вот у этой передачи под русскими я маю на увазе жыхароў России, которые называют себя русскими. Да? А лишь тут можно развернуть целую лекцию на то, что слово «Русь» — это совсем иншее. Что то, что зараз Россия, это хоть и модернизация московской державы, вельми специфичной славянской и не совсем славянской державы. А стародавняя Русь – это территория Украины, Беларуси, только часточки России. И это, ну, как бы… это новая тема, особенная для разговора. Да? Ну, коли спрощать… Так, как это пишется в суперпопулярных штуках, в Москве одночи разобрала себе наше огульное слово «Русь», и пытание, чем мы хотим себе его вернуть. Ну, мы это там белорусы и украинцы. Ну, вот Арестович же пропонует там, давайте называть Украину «Русь», как он хочет называть, как Украина называлась «Русь-Украина». То есть пробу вернуть это назад, ну, поглядим, как это раскрутится. Ну, это очень интересно, потому что когда говорят русские, да, сейчас есть Российская Федерация, которая нападает там, напала на Украину, ведет войну. А в Российской Федерации это есть и Рамзан Ахматович Кадыров, да, есть и Сергей Васильевич Собянин, есть и какой-нибудь там и Бурят, и Якут, есть еще Татарстан, Казань. То есть это настолько. Блин, прям настолько Дагестан. Такие разные люди и такие разные народы. Поэтому вот это мне очень, очень заботит. Этот вопрос. Не, ну это русский. Великая проблема России. Как бы еще она не учора огучена. Она и интеллектуала русских, и не только российских, давно турбоя. То есть так не ясно, что такое Россия. Это назва особного народа внутри федерации. Те это назва, те это шапка, якая обогульняет вот все это народы, которые живут в России. Вось, ці гэта спроба ўсе гэтыя народы зрабіць рускімі. Ну, вот як бы ніхто так не разабраўся. Можа, таму Расія зараз і трэсціць па швам, бо не ясна, на што абаперціся. Нет почвы, да. Хорошо, вернемся тогда к нашей стране. Вот вы сказали, что все это глубоко в нас сидит, в белорусах, я имею в виду. Это миф этот о братстве. А что нужно сделать, чтобы этот миф развеять? Кто должен этим заниматься? Что там, кто позаботится об этом вообще? Ну, глядите, тут еще раз повторюсь. Мне подается миф про братство с русскими. Ну, про вот эту триединую славянскую некую штуковину эту. Но он сидит в этих там 20-30% белорусов, и он поступово уменьшается. То есть на это питание зараз проводится про сябровство с Россией. Все это улетучивается, ну, потому что ну, просто на фоне всего, что отбывается, ясно, что это все некая неправда. И мне подается, что уже про поколение застанется вельми малая частка белорусов, которые все еще будут жить в неких местах. Глядеть по вечерах советские фильмы, да, как бы святковать день народину Гагарина, вот, и там звонить своякам куда-нибудь там Рязань и отшивать вот это братерство. Мне подается, таких застанется вельми, вельми нешмат. Але коли мы кажем про сам факт жадания кого-то называть братами, и он будет периодично всплывать в политике, и это уже не залежит там от России, от чего-то, просто натуральная потреба людей. Ну вот, когда люди идут на войну, есть же такое, да, называется один одного побратимами, да, вот как бы, потому что есть супольный некий интерес, супольное проливание крови. И у политики то же самое, ты как только с кем-то начинаешь в союзе, и это некто близкий достаточно культурно, вот возникает эта штука про братерство. Я не думаю, что это дренно, просто треба за счет в голове тримать, что это метафора, да, про братерство, это метафора, просто провожи метафора, якая обугольняет что-то вельми розное. И тому не треба на этом будовать политику. Так? У политики мы все один, каждый сам за себе. Вось. Просто треба иметь в голове. Ну, але, слушайте, ну, как бы, русские хлопцы, которые зараз там воюют в Украине, называют украинцев братами. Мы что, лечим, что это дренно? Ну, как бы, это ж, ну, нормально, правильная метафора своего часа.
Правильно? Скажите, пожалуйста, вы так там советские фильмы глядеть по вечерах, вы не любите советского кино? Нет, чому? Я вырос на советском кино, все мы. Я про то, что, вот этот миф про братскость тримается зараз шмат у чим на вот этой велизной культурной советской базе, правильно ж, да, на книжках, там, от Шуковского, Корнея Шуковского, там, и до операции И. Вось, и сенс у тим, чи ми це сприймаємо просто як культурний продукт, чи ми це сприймаємо як частку нашої ідентичності. Так? Ну, от, русський мир тримається на тим, що ми це сприймаємо як ідентичність, а не просто як нечто приємне. І мені подається, людей, які протягують жити в цьому, буде становитися все менше. Які сприймають гетто як фактор своєї ідентичності. От так, да? Кіно це класно, якщо можна глядіти з задовольненням. Понятно. Хорошо, про мову. О, это важное питание. Угу. Тимофей, а скажите, а навошта народу наогул своя мова? Ці може Беларусь быть сапраўды незалежной, особной краиной, коли больше из нас размовляє по-русски? Ну, ведь бачите, как отримливается. Вот, напевно, еще там 2 года назад большинство людей бы сказало, что можно и без мовы, что не так это важно. А вот 2 года прошло, два выпробования могутных, и что-то оказывается, что тяжковато без мовы. Мне подается нельга. Ну, наша нация створенная по мовному принципу. У нас межи вызначенные по территории, где живут белорусы, которые говорят по-белорусски 100 год назад. Так, ну, в этом весь сенс. И идеологично, послушайте, вся идея белорусской нации, она складывается у такую скорбонку такую, да, такой куфор. Вось, где больше лежит все по-белорусски. То есть, когда вы хотите подмацевать основание белорусов, когда вы хотите отримать удовольнение от спадщины белорусов, когда вы хотите улиться в белорусскую сплыню, вы не можете тропить по-русски, потому что весь багаж наш, той, и он белорусскомовный, это вы повинны этот куфор откласть и сказать, мы теперь разбираем новый куфор таких русскомовных белорусов, с нуля начать. Но я не думаю, что некто зараз потянет такую работу. Вот. У нас такое наканование. У нас наш куфор, он с большего белорусскомовный и интеллектуальный, вот этот идейный. Территориально мы вызначены по белорусской мове. Это такое наканование, яким нам треба йти. Вот белорусская мова – это наш грунт. Угу. Ну, вот честно говоря, я же абсолютно русскоязычный человек, да? Ну, хотя я там родился и жил в Беларуси всю жизнь. Абсолютно русскоязычный и воспитан на русской культуре и все такое. Вот мы всем задаем людям этот вопрос про мову, и все высказываются по-разному, но все приходят к одной точке. Да, это необходимо для самоопределения нации, для самоопределения народа. И, кстати, ну, это такая, да. Это такая особливость белорусов. Что больше из нас говорить по-русски, але мы все признаем, что мы грунтуемся на белорусской мове. Ну, белорусы завсёд, у нас тысяча год история такая дивноватая. Мы одной, две души у нас завсёд, одной ногой там, другой там. Вот, ну, да, так есть. Так вот, я просто заканчиваю свою мысль. Если бы меня сегодня спросили, у меня, у абсолютного там русскоязычного шовиниста, имперца и подонка, и негодяя, каким, Люда, ты меня знаешь, да? Если бы меня спросили, вот может ли Беларусь жить без... И да, правильно вы сказали. Я бы 2 года назад еще сказал, ну почему нет? А сегодня уже все. И ты знаешь, вот в той же Польше думаешь, блин, как им так, вот как у них так получилось, а? Вроде такое, и какие-то там встречаются забавные слова, вы такие, видите, как, ну, это для кожного своя... подобные до белорусской мовы. Ну, да, они такие милые, теплые, але они вот распавсюджены. И ты так, глядь, як они, ну, как у них так получилось? Ну, чому на Беларуси, у Беларуси нема такого? Вот чому, ну вот может, потому что и украинцу такого до конца нема. Тимофей, вот, например, доктор Комаровский, всем ведомый, и он нам отказал, что неважно, на какой мове ты будешь любить свою родину. Ты заставляешь историка комментировать доктора Комаровского. Не, ну слушайте, я с ним целком сгодный. Ну, видовочно. Ну, есть против русскомовных белорусов, которые для Беларуси забили вельми шмат. И, ну, никто же это не знает, в Украине то же самое. Вот. Еще раз, мы просто кажем про то, что основа Беларуси идеологичная, любая, державницкая, она ховается, она связана с белорусской мовой, ховается в белорусской мове, ховается в продуктах, сделанных по белорусу. Вот, тому вельми важно, как белорусская мова в Беларуси жила. При этом наявность у там, Беларуси в Украине, вот эта великая пласта русскомовных людей, ну, нема ситуации, когда потребовала всем там мгновенно перейти на белорусскую.
Ось, тому що це немагчимо. Ось, ми живемо у країнах двохмовних. Ось, так ёсць, якби, в принципі ж уживаємося і розвиваємо Беларусь далі. От, якби я щиро вірю, що у кожного рускомовного білоруса одночі прийде момент, коли він зрозуміє, що от є нагоди вже стати рускомовним. Ми ті нагоди повялічуємо поступово. Ось, просто треба чекати гэтага часу. Тобто є особисте. Чоловік живе по-руску, і я, наприклад, сподіваюся, у кожного, що рускомовна білоруса, з'явиться момент, коли він чує, що пора, прийшов час. Він зустрів правильного чоловіка, правильну компанію, прочитав правильну книжку і зрозумів, що він готовий на цей вибір пойти. Це ж вибір. Ось. Але покуль ні, то ні. Ну, значить, рускомовний і вельми корисний чоловік. Ніяк так. Мене тут питають, Вальдемар Костік, чому ти з глибокого і раптом вихований на русской культуре? Чи вихований? Вихований. Ну, я в глибоким прожив з 6 років тільки живу там. Ну. А чому? Я з Вітебську. Ну, тому що мені з маленства. Платонов, Пушкін, там, ти, Бродський. Ну, з маленства. Ну, мені мати так у сім'ї повелося. Розказувала, так, на російській мові. Ну, що? Ну, що? І Бунін, та свечечка там, і все. Ну, це все моє, да, що мені... Ну, вот пишет нам, кстати, Тимофей, интересный же кейс тоже, очень интересный. Нам пишет наша зрительница, я белоруска, всю жизнь в Беларуси, да, я уже, кстати, потерял комментарий, но в общем, посыл такой. Я белоруска, родилась в Беларуси, всю жизнь в Беларуси, но вот разговариваю с детства на русском языке. Получается, я такой человек второго сорта в этой новой Беларуси? Вот как с этим быть? Это же действительно... Есть же ребята, которые тот же, как Случак, например, да, чуть где-то что-то не так, сразу в суд на тебя, вот, что ты мову, значит, ты обидел. Тут как вот с этим быть? Не, ну чекайте, мы живем в громадстве, где есть разные люди. Видовочно есть люди, которые там более жестко ставятся до этой позиции, которые менее жестко, и это, ну, мы громадство, тут по-разному бывает. Давайте погодимся, что агулом у громадстве нашем все больше-меньше ок, никто там никого не гамбит, и зараз, по-моему, шмат говорить, бо зараз виклик такий, час такий, так? Ось, ясно, що треба шмат рішень приймати. Але агулом, мені здається, у нас достатково комфортно, ніхто там ні на кого не наїжджає. Ось, наконт там і самої ідеї другого сорта, ну, нема другого сорта, але от процеси, які відбуваються тепер, мені здається, добре показують, що по вынику так отрывается, что мы белорусы у русскомовной культуры, вот этой у Бунина всяких, такая классная, все там, пригожая, мы в этой культуре у гостях. Ну, мы там не господары. Вот. И а у нас есть своя культура. Какая вот это решение русскомовных, напомню, может займеть некий русскомовный блок, а может не займеть, можем все укласть в белорусскую мову. Это вот пытание нашего выбора. И мы развиваем тут свою некую русскомовную культуру. Бо зараз нема белорусской русскомовной культуры. То есть прочь мы русскомовных, а зрозумелая некая вот сундучка с русскомовной культурой белорусской, якую б нехто развивал, я нема. Вось, то вот это питание полного выбора для русскомовных белорусов. Чи створать у Беларуси такие сундучок, як мне подается. Чи все укладывать все-таки белорусскомовную, вот это наш куфор великий. Вось, да, тому не так. Ну и это приходит с разумением того, что вот этой русской культуры, российской культуры, мы в гостях, мы в ее выросли, но отрывливается зараз, выглядит, что выросли вверху в гостях, да, вот такие вот, сбоку припеку. Нам треба свое, Васюша. Ну, это вот мне подобается. Нам потребно свое. Нет, это все... Это очень сложный и тяжелый. Вот для меня, например, тяжелый вопрос. Потому что такое там для меня русский язык, как для гуманитария конченого? Для меня русский язык — это вот такое явление и такое пространство, такая система координат, где я, например, вот ощущая эту метафизику слова у каких-то больших писателей по-настоящему русскоязычных, я в ней растворялся, и это было мое счастье. То есть, хотите, так это мое личное счастье. Ну да, не отбирает, ну, но... Нет, не тут как бы, наверное, да, это я просто как крик в никуда. Потому что, например, когда сейчас вот россияне, да, когда вот это все произошло в Украине, да и уже с Крыма было все понятно, да, с 2014 года. Блин, так это так поломало меня. Ну, то есть я не могу вот... Я смотрю сегодня в какой-нибудь фильм Тарковского и думаю, господи, ну, я ищу в каждом кадре, откуда выросло это вот. Откуда этот фашизм вышел? Вот но где? Явно не из фильмов Тарковского. А вот почему нет? Ну, потому что они не смотрели эти фильмы. Ну...
все. Не знаю. Вы бачите, я про що я кажу. Отрималося, що в цій культурі, якою ми виросли, українцям добре, ми її добре відчуваємо, ми раптом казали, що у її в гостях. Бо для більшості русських це культура, зв'язана з нагнуть, догнать, полюбіть мене. А нам, білорусам, це взагалі не близько. І ми сидимо, читаємо Пушкіна, вичитуємо. Ранее мы читали там про свободу у Пушкина, зараз мы отчитываем там про то, как не лезьте в наши братские разборки, там мы зараз всех построим. То есть у нас разная метафизика оказывается с русскими, и это вот для вас, русскомовных, это теперь питание выбора, какое вас турбует, да, да, требует нечто одно, что за это жалеть.